говорите? А тут только благотворительную помощь собирают всегда. Да? Волонтеры? Да. Кого? Скорее всего. На? Ой. Ох, только что. Сиди ровно тут, сиди, сказал. 5 миллионов рублей и квартиру в Москве. Дай чай. Нормально, лучше первым. Я согласен. Главное, чтобы узнать. Нормально, этот из левого ряд. Ох ты, ёб твою мать! Центр? Куда такси уехал? Может, по работе или что, не помню, правда. Момент какой, проезжаем Гурпар по правой.
Бабух есть, блядь, второй, блядь. Все то, что происходит на Украине. Сейчас сделал. Он на него наехал. Вот этот вот, 92-й. И он съебывается. Смотри, что делать. Ты что, блядь, охуел, что ли, чувак? А ну все, он на аварийку встал. Живая? Да. Опять? Твою дивизию, что ж такое, а? Одну неделю, ебать, даже, блядь, не хватает. У меня, ебать, неделю есть деньги, но на вторую, ебать, крепкий приятель. Поехали-ка домой. Ёбаный в рот, блядь.
вниманию всех владельцев BMW. Посмотрите, что бывает с прекрасной немецкой техникой, которая банально врезалась в старый советский говновоз. Машина реально врезалась в говновозку, в ассенизаторскую машину. Чувак купил себе бумер. Он перед этим, конечно, посмотрел. Он подготовился же, чувак, когда бумер купил, он же подготовился. Взял, купил, короче. А сначала взял кассету, пошел, посмотрел фильм там. Бумер посмотрел, бригаду посмотрел фильм. Потом, короче, ну, основательно подготовился. Пошел, купил себе пневматический или газовый пистолет. Ну, все, он... Все, готов к покупке BMW. Он такой покупает, короче, себе BMW такую с трехлитровым движком и тупо врезается на ней в говновозку.